Спасибо, выходим. Повторяем движение за девчонками. Давайте, давайте активнее, ребята. Стать участником компьютерной игры Angry Birds, сфотографироваться со сказочным персонажем и отведать сладкой ваты – все это было к услугам взрослых и детей, жителей и гостей поселка совхоза имени Ленина. Выбор на праздники был богатым. Это и игровые зоны, и творческие мастер-классы, и аквагрим. Гостей ждали концертные номера, аниматоры, конкурсы, веселые песни и танцы, а также вкусные угощения. Спасибо вам за мероприятие, которое вы сегодня организовали для наших детишек. Все прекрасно. Спасибо. Спасибо. Все для детей, мы очень рады этому. Да. Все игры, все конкурсы, аквагрим. Спасибо большое. Не отказала себе в удовольствии почувствовать себя ребенком и депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Мария Гаевская. Она также является соучредителем движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее», которое оказало поддержку в организации праздника. Вот такой шикарный праздник получился, на мой взгляд. С каждым днем все больше и больше жители поддерживают организацию наших мероприятий. Ну, собственно, хочу поздравить всех детей, их родителей. В настоящий момент сотрудниками Центра культуры поселка совхоза имени Ленина запущено сразу несколько творческих проектов под открытым небом. И особое место среди них занимает празднование различных памятных дат. Мы будем еще все вместе отмечать День семьи, любви и верности. Это в начале июля. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу пригласить всех жителей и гостей поселка совхоза имени Ленина. Объявление будет повешено заранее, с местом и со временем, и с датой мы определимся, конечно, заранее. Праздник был приурочен ко Дню защиты детей. Максим Козлов, Иван Головков, Ольга Садовская. Видное ТВ.